Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас срочно готовьтесь, счастье приближается. Какое же счастье, девочки, к вам приближается? А приближается к вам искушение, испытание, обольщение, соблазн. Не теряйте голову, это может быть опасно. Для кого-то это будет знакомство, для кого-то встреча с мужчиной, а для кого-то может быть искушение на стороне. А вот он и мужчина собственного лет воздуха. Это мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, прямолинейный. Вот, смотрите, возможно, для кого-то проиграется, как мужчина из прошлого. Восхищение, преклонение, знаки внимания вы получите. Конечно, будет искушение. Принимайте восхищение, поклонение со стороны мужчин. Вы их достойны. Вот оно вам и искушение, собственно. Вот, ну и еще, девочки, а мужчина-то будет не один. Продуктивность, результативность, сбор плодов. И здесь... созревший плод, то есть результат вы, во-первых, какой-то получите, сам падает вам в руки. Это может быть успех в работе, карьере, бизнесе, финансах, или это может быть еще предложение со стороны вашего мужчины, или выгодное предложение по работе, карьере, бизнесу, финансам. И паж земли говорит о том, что пришло время, когда все получается само собой.